Всем привет! Гуляю по Обе. Покажу вам красоту. Сегодня сильно не буду прям обзор на каждое растение делать. Хочу просто показать вам. В общем, меньше слов, больше, как говорится, красок. Вот такие шикарные кодиумы. Просто, чтобы у вас отдохнул взгляд от этой красоты. Хидеры. Очень шикарные гортензии. Смотрите, какие шапки просто огромные, красивые. Ну, конечно, я сейчас посмотрю, сколько она стоит. Так, они по 800 рублей. Без рубля. Вот такие хидеры. Маленькие. Тоже хорошенькие. Сейчас гляну, сколько оно сколько стоит. 200 рублей хидерки. Вот эти вообще пестрые, красивые, прям такие. Ну и кодиумы шикарные. Шикарная витринка. Вот это вот украшенная вообще. Красиво смотрится все. Посмотрите на вот эти вот пушистые кодиумы. Они вот сейчас в таком бурном росте. Не знаю, может, их удобрили чем-то. Вот смотрите, как прям бурно расти начинают. Ну и антуриумы. Свежие выпустили цветы. И вот очень глянцевые сейчас, яркие, красивые. Просто красота. Ну и сейчас покажу вам еще цикас. Большой. Правда, цена у него кусается, конечно. По 3,299. Но красивый, очень красивый. Большой горшок. Шикарно смотрится. Сейчас переключусь на другую витринку. Покажу вам здесь обалденные просто цикламены. Я не знаю, что это за сорта такие. Смотрите. Смотрите, какие они волнистые. Я не знаю. Я сначала издалека подумала, что это фиалка. Вы посмотрите, какие красивые. Сейчас 279 рублей такой цикламен. И вот просто обалденные краски. У меня телефон, как всегда, высветляет. Но тут вот розовая, на самом деле он сиреневый такой. И вот этот еще ярче. Просто шикарные. Ну вот это какие-то сортовые, прям сортовые, я не знаю. Красивые. Ну и, конечно, фиалочки. Фиалочек тут подзавезли. Вот такая прелесть. Почему она у меня так искажает цвет? Прям не могу. Может быть, в тенечке как-то. Вот тенечки более приближены к оригиналу. Вот у меня телефон прям не хочет передавать цвет. Вот такие. Есть чисто белые. Что же редко они попадаются. В общем, краски здоровские. Фиалочки по 369 рублей. Ну, 370, в общем. Ой, смотрю, Диффенбахи Везувии. Ой-ой-ой. Посмотрите. 2000. Везувий же, если я не ошибаюсь. У меня такая есть, но я могу ошибаться в названии. По-моему, да. Везувий, потому что Этна другая совсем. Этна более белая. Смотрите, какая красотень. Просто. Сейчас вот там человечек ушел, и я сейчас туда пойду, тихонечко пройду. Здесь еще одинокая герберка осталась по 289 рублей. Но горшок у нее просто огромный. Смотрится она отлично. Ну, 2000 почти.
Сейчас тут вам покажу, что здесь есть. Здесь вот этот вот завоз. Это вот свеженькие цветочки пришли. Это в реестре по 1099 рублей. Вот тут их несколько штук. Не так много. Они на бутонах все. Диффенбахия Камила. По-моему, это... Да, 599 рублей. Фикус Лерата огромный. Сейчас вот так вот просмотрю, что еще взгляд на взгляд бросится вот из новенького. Посмотрим. Тут вот разгружают, видать, новое что-то было. Тут завоз или что, грунты подзавезли. Ой, красивая маранта. Я себе, наверное, куплю такую как-нибудь. Не могу. Я с рук вот покупала, 2-3 листочка меня не устраивает. Я хочу большое растение. Вот это вот 949 рублей. Но, по-моему, в Бау-центре она подешевле будет. Вот я вам показала монстеру манки на уценке. А вот без уценки, меньший горшок, она по 1200. Вот такая, не в подвесном, и горшочек поменьше. А на уценочке, по-моему, 600, да? Вот я уже вот только что вроде была, уже забыла. Вот эти монстеры и фацию я вам тоже показывала уже. Привезли красивые орхидеи. Смотрите, какие шикарные. Красавцы. Вот этот вообще просто. Сейчас посмотрим его цену. 3000 без рубля. Но он очень красивый. Сами цветы огромные. Вот еще белые большие. Тоже. Ну, беленькие, наверное, цена поменьше. А может, такая же, я не знаю. Нет, такая же, 3000. Ну, это из-за того, что, наверное, такие огромные цветы. Но вот это прям вообще раскраска еще такая интересная. Шикарный цимбидиум. Смотрите, какой цвет у него. Вау! Это просто... Ну, большой цветок. Я даже не хочу его ворочить, потому что тут как бы украшают, ставят все. Даже, ну, а цену-то вам надо сказать. Но он сейчас пока бесценный. Цены еще нет на него. Еще только-только-только. Сейчас еще вам там покажу вот эту всю красоту. Очень красиво все. Вот такие вот, например, вот этот вот. Такие, сейчас вам скажу, сколько стоит. Так, они по 950 без рубля. В общем, вот такие. Еще беленький, красивый. Вот этот цвет шикарный, темный, насыщенный такой. Мне опять же немного светлее делает. Но насыщенный. Так, такая по 749 рублей. Уважаемые покупатели, вирусные инфекции... Вот еще красавец какой, с такими светленькими краями, интересный. И вот еще тоже с окантовкой светлой. Интересно, столько их много, знаете, вот вроде бы цвет одинаковый, но там такое пятнышко, там та полосочка другая, и все, и смотрится уже совсем по-другому. Это если вот все собирать, это я не знаю, это ж никакого места дома не хватит, чтобы каждый сортик вид собрать раскрасок. Вот такой дендробиум. Красивый. Так, дендробиумы по 1300. Есть аспарагусы. Тут целый ряд.
который у меня никак из семечек не хочет вот именно этот сортик расти. Так, он по 699 рублей. Сейчас еще дальше пойдем орхидейки посмотрим. Вот такие мультифлорки. Вы посмотрите, какая прелесть вообще. Красивые. Сейчас покажу вам цену. 769 рублей мультифлорки. И есть еще вот такие. Тоже очень красивый цвет. Красота. И вот цимбидиумы вам вот издалека только могу вот так показать цвета. Вот такой вот. Вот так чуть ближе. Шикарный. И, по-моему, я все-таки найду на него цену. $2,300 он стоит. По-моему, да? Да, 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 да. Чтобы вас тут не вводить. Вознуждение. Вот такой вот еще тоже очень красивый цвет. И вот, я прям не могу. И этот, и этот, и этот. Прям вот все бы я возвела себе домой. Ну где ж только место взять? 1300. Такие орхидейки. Вот это вот и желтенькая. Желтая тоже интересная. У нее как будто бы гофрированные вот лепестки. Прикольно смотрится. И вот еще цимбидиум какой раскрасный. Красивый. Ой, как их тут много. Боже мой. Вы только посмотрите. Я тут не хочу упаковочки все нарушать, тут передвигать. Вы уж меня простите, что я вам так... Далека, но не хочется тут ничего двигать. И вот подарочные упаковочки вот ко дню Святого Валентина. Смотрите, какие красивые. Вот такие упаковочки по 1800. Приятно вот так кому-нибудь будет вот такой вот подарочек получить. Шикарные орхидеи, крупные цветочки. Вообще красивые очень. Ну и цимбидиумы вообще. Что-то я прям захотела цимбидиума. У меня вообще нету таких цветов. Ни цимбидиумов, ни дендробиумов, ни камри. Ой, пока вы говоришь, что все. Вот таких нет. У меня вот только фаленопсисы. Я что-то побаиваюсь их заводить. Не знаю, как они. И вот, смотрите, какой красивый цветусь тоже. Очень шикарный цимбидиум. Классное, что тут скажешь. Красота. Еще сейчас тут покажу вам, сколько здесь много. И вот пилеи тут свеженькие подвезли. Вот это вот свежие. Вот такие вот интересные. Тоже подвесных кашпо. Крупные листья у них шикарные. Здорово смотрятся. Смотрите, какие листья жирненькие. Так, 16-й горшок. Ну, а цена, сейчас посмотрим, ой, или не посмотрим, не так неудобно смотреть. Наверное, рублей 300, 299. Вот такая сборная роза, разноцветная. В прошлый раз ее не было, в большом горшке. Роза кардан на 22 горшок 1500. Тоже витринка украшена уже совсем по-другому. Вот этих вот растений не было. Вот этих тоже, по-моему, примула, да? Сейчас. Да, это примула апконика, диаметр горшка 12, 500 рублей. Она, у нее более такие пушистые кустики и шикарные-шикарные расцветки. Смотрите,
сейчас еще вот дальше покажу. Посмотрите, какая прелесть. Но это тоже такой цветочек, знаете, любящий прохладу. И вот еще тоже красота обыкновенная. Есть еще маленькие, по-моему, это асплениумы. Да, асплениум нидус по 290 рублей. Без рубля. Можно даже выбрать. Есть горшочки, где более такие большие листики. Глянцевые, прям свежие-свеженькие. Ну и вот такие вот маленькие примулы микс. Они по 129 рублей. Вот такие. Вот такая мелкотня. Сейчас еще покажу вам раскраски. Есть еще вот такие. Ой, раскраски у них, конечно, вообще красота. И оранжевые тоже очень красивые. Смотрите, какой. Прям все оттенки. Вот светлый с серединкой, оранжевый. Оранжевый с темными, с темной серединкой. И вот такой. Переходы просто. Все цвета сочетаются. А, вот еще вообще двухцветный. Что я не пойму. Либо тут два цветка вместе. Потому что один белый, другой розовый. Даже три. Сейчас пройдем еще с вами туда. Посмотрим, может, там еще что-нибудь новенькое есть. Ну, вот тут еще увидела ананасики маленькие. Вроде бы их не было. Опять подвезли их. Вот такая вот прелесть. Вот такой вот ананас. Красивый. Надо тут все аккуратненько. Он так в разные стороны торчит. Скажу вам цену. Так, цена 2000 рублей. Ну, и филодендрон атом тоже. Тоже это, по-моему, новенькие подвезли. Вот такой вот кучерявенький. По 1000 без рубля. Тут их много. Прям подвезли, так подвезли. Ну и покажу тут суккулентиков немножко, что здесь есть. Вот на таком стенде тут люди потихонечку разбирают. Такой вот интересный. Цены так выборочно гляну. Вот этот, например, 219 рублей. Эхина кактус. Хавортия маленький совсем. Горшок седьмой. Тоже вот как бы посмотреть цену. 300 рублей вот такой. А есть еще вот такие. Тоже разные. Тоже общим планом я так кактусы я смотрю вот. Снимаю, ну, немногие смотрят. Видимо, любителей не очень много кактусов. В основном смотрят такие, ну, цветущие, декоративно-лиственные растения. Вот толстяночка. Вот интересно. Интересно, алоэ это, по-моему. Не видно мне отсюда. Варигата, по-моему, алоэ. Ну и здесь вот так вот вам покажу. Для души, как говорится, чтобы все любители растений посмотрели вблизи. Я вот знаю, например, что то или то я не куплю никогда, но вот обожаю это все смотреть, все равно тоже смотрю много обзоров и никогда не надоедает. Вот что значит цветочные маньяки. Просто вот можно ходить, это
и смотреть. Вот интересный такой тоже, не пойму. Он прям этот бархатный такой с двух сторон. Листы у него необычный цветочек. Ну и здесь вот еще другие ярусы. Сейчас покажу, что есть. Вот такие вот красавцы. Тут их не очень много, поэтому я отдельное видео как бы и не снимаю. Потому что там оно выйдет минут на 5 от силы. И эхинококсы. Большие уже вот. Ну, здесь алоэ вера большое уже. Вот такие вот еще кактусята.